Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Еще в конце мая певица объявила, что проходит курс детокс-процедур, чтобы сбросить вес. Артистка даже призывала поклонников последовать ее примеру и сесть на диету. Однако, окончив программу, звезда быстро вернулась к прежним привычкам. Пандемия внесла коррективы в гастрольную деятельность многих звезд. Сейчас, когда режим самоизоляции позади, артисты постепенно возобновляют выступления. 40-летняя Анна Семенович также все чаще стала выходить на сцену. Однако поклонники заметили, что певица потеряла прежнюю форму, изрядно набрав вес. В сети активно обсуждают снимок, на котором экс-солистка блестящих демонстрирует поплывшую талию и двойной подбородок. А не ты ли это? Удивлены пользователи. А ведь еще в мае артистка проходила курс похудения в одном из оздоровительных центров, делилась советами правильного питания и занималась спортом. При этом в личном блоге Семенович до сих пор хвастается тонкой талией, подогревая слухи о злоупотреблении фотошопом. Впрочем, Анна всегда открыто говорила, что имеет проблемы с пищевым поведением. Еще в юности, будучи фигуристкой, ей приходилось ограничивать себя в питании, превратив трапезу в настоящее искушение. «Лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях, как у собаки Павловой», — откровенничала она. Потом следовало вечное чувство голода и взвешивания каждый день. Вот и сейчас, как бы ни старалась работать с психологами и читать много литературы, продолжаю иногда заедать свой стресс. Певица признавалась, минувшая весна стала для нее не стихийным отпуском, а скорее серьезным испытанием. «Это были очень сложные для меня 3 месяца, причем не только из-за вируса и самоизоляции, но и в плане личной жизни. С конца февраля я попала в какой-то странный водоворот событий, чуть не потеряла близкого человека, лишилась нескольких рабочих контрактов, и все мои планы на весну испарились и остались мечтами. Мне было очень тревожно, я пребывала в стрессе и, признаюсь честно, просто начала есть», — писала звезда. В личном блоге Анна выглядит иначе. Однако, несмотря на проблемы, артистка не теряет позитивный настрой. С оптимизмом Анна смотрит и на свои перемены в фигуре. Она считает, что в любом образе выглядит потрясающе. «Я себя уже давно чувствую на 27 и выгляжу на 27. И это не магия. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи,